Сейчас вам расскажу зажигательную историю про разность менталитетов. За нами сидит семья или американцев, или британцев. В общем, они разговаривают по-английски. Надеюсь, русские не понимают. Но смысл в том, что обычно мы за этим местом сидим. И в первый день пребывания тут я выкладывала в Инстаграм фотку, как Сережа сидел на месте мужчины, и к нему запрыгнул кошак и развалился там. Я сразу зафоткала этот момент, в общем, запечатлила и увековечила. Можете его посмотреть. Так вот, сейчас там сидят другие люди, и к ним также запрыгнул тот же самый кот. Так вот, мы не поняли, откуда переполох, жуткие там какие-то крики начались. Глава семьи взял подушку, то есть тут сзади есть подушки, он схватил подушку, начал кота вот так подушкой спихивать. Ребенок вскочил с криками, что начали звать официанта, хотя кошак там вот такой, ну, напоминает сфинкса, он тонкий, звонкий, маленький, то есть не мейкун жиртресный. Вот, позвали официантку, говорят, что это, типа, мы его не можем согнать. Она его согнала, извинялась, ушла. Потом пришла второй раз, опять они там ей что-то объясняют на эту тему, как это они правильно, что кот запрыгивал. Она опять там извинялась. Ну, в общем, 5 минут реально решали ситуацию. Только после этого мальчик, которому лет 10, вернулся на место. Я думаю, обалдеть. Вот, ну, я слышала, да, разность менталитета, но вот пока на своей шкуре как бы не испытаешь на конкретной ситуации, очень сложно понять. Ну, везде люди, везде цивилизация, везде интернет и телевизор. Но фиг там, потому что когда к нам запрыгнул кот, мы вообще так радовались, там посчитали чуть ли не добрым знаком, что какой у нас Сережа молодец, любитель котов, раз кот его выбрал. Ну, в общем, сплошные плюсы. А вот для кого-то это прям, ну, реально форс-мажор. Ну и раз уж пошла такая пьянка, покажу вам, что я кушаю. Здесь греческий салат и салат из рукколы. Мы заказываем, уже перемешиваем оба. Из них вот так вот выглядит. На самом деле его хватает на четверых спокойно. Для Алисы у нас всегда есть дежурные палочки из дома, которые мы везли из Краснодара. Ну, это хлебные палочки, вот такие для всей семьи. Кушает она их вот так вот. Да, Алисенька? Ты вот так кушаешь, да? Уболтать Алису поесть нормальную еду далеко не всегда удается. Вот нам еще должны там провести пасту, курицу с картошкой. Это все тоже будем пробовать. Но чтобы не получалось, что все кушают, да, она сидит такая. Она начинает тогда скандалить, а то, что мы едим, не хочет. Поэтому есть вот эти запасные палочки. Кстати, мы вчера же вернулись в Санторини. Сережа всю дорогу у меня активно фоткал. Самый удачный кадр, сейчас я вам покажу, который он не хочет удалять. Более того, обрабатывал его всю дорогу, пока мы ехали на пароме в автобусе 4 часа. Очень-очень проработанная фотография, очень много настроек подкручено. Любимая Серегина. Все, хватит, ходим. В общем, это вчера попробовала маслину из нашего комплексного обеда на пляже с черным песком, и она как будто была вымочена то ли в уксусе и водке. Ну, в общем, я ее раскусила, мне прям обожгло весь рот, она ужасно горькая. В общем, я вам рассказывала эту историю. Короче, как раз в это время Серега клацал телефон, когда я на него повернулась, он быстро мне сфоткал. Если что-то хорошее происходит, вот, какая оперативная реакция меня ждет. Уже все это пройдет, плюс 3 дня, и потом Серега такой достает телефон, а тут всегда наготове. Еще была одна фотография, когда я там из пещеры вылезала. Аналогично, тоже Серега наготове, у него 25 дублей есть. В Агиас-Николаусе есть 3 самые главные параллельные улицы, на которых происходит вся основная торговля. Они где-то метров 100-150, и здесь, в принципе, абсолютно типичные товары для вот таких вот распродажных палаток. В основном тут товары для моря, очень много, как ни странно, всего китайского. Бешеные украшения, какие-то сумки, ножи. Не хочешь ножи посмотреть? Здесь такой памятник возле озера Вульсбери. И мне этот мужчина, в общем, я не понимаю по-критски, по-гречески. Точнее, мне показалось, что это Сальвадор Дали. Посмотрите, похож. Обязательно хочу вас сводить и сама посмотреть в магазин
башен украшений. Просто они примечательны тем, что там много вот таких безбашенных кристаллов. Вот смотрите, это стоит 10 тысяч евро. Безумная красота. Особенно, когда это все подсвечено, смотрится просто нереально. Дома, конечно, наверное, атмосферно и органично будет выглядеть, если у вас огромные хоромы, большая площадь. Но в любом случае, посмотрите на это чудо-юдо. Это 5000 евро. И там тоже потрясающие красоты. Кристаллы. Я вчера еще очень хотела прихватить с собой булыжник из прессованной тесаной лавы. Точнее, это вулканическая пыль спрессованная. Выглядит как черная, очень пористая, сложно с чем-то спутать. Это, кстати, шумные ребята, видимо, греки. Особенно мужчины. Но найдены мной были только огромные экземпляры. Ну, какие-то вот такие. В общем, Сережа на меня косился. Сидят люди, рядом разгуливает дикая что-то, голубка, дикий голубь, горлица. Вот такая обувь, судя по всему, здесь самая популярная. Вижу ее в каждой лавочке. Что-то среднее между греческими и римскими сандалиями. Натуральная кожа стоит в районе 30 евро. На пляж, на который мы ходим, здесь большая береговая линия, много кафешек. Прям на берегу. Вот штуки 4 вот так вот расположены в ряд. Кстати, там паркуются яхты и периодически очень странный гул, как от органа. Сначала думали, что мачты полы. Ну, в общем, такое непонятное. Я раньше его нигде не слышала. И мы уже давненько хотим сменить обстановку, пообедать в новом месте. Но, честно говоря, после того, как вчера мы вот в такой пляжной кафешке за 18 евро поели картошки фри, пол помидора, ну, кусок мяса, там вкусный был, ничего не скажу. Ну, в общем, совершенно не те порции и не то количество спецингредиентов, как в нашем любимом месте. Наверное, приходим к выводу, что экспериментировать смысла нет, потому что уже ты заказываешь, уже тебе придется съесть это. Даже если не понравится, назад уже никак не открутить. Будем наше любимое местечко посещать, плюс оно закрытое, там классно гулять Алисе. Алисюша, одевай шапочку. Надевай шапочку, надевай. Надевай. Вот вредная. Вот вредная. В кого ты такая вредная? В папу. Маму. Ой, в папу. Согласись, что в папу. Алисенька что-то лопаточкой, да? Копает. Да? Ты ямку делаешь? Алиса терпеть не может песок. Прям ненавидит. Если видит, что... Ну, вообще, вот я даже в ладони держу песок, у нее сразу паника, начинается истерика. Если там на нее песок попадет, то вообще сразу крики такие, типа, что вы из меня чистюли делаете грязнульку? Вот так, молодец, ямку копает. Не ешь лопату. Не ешь лопаты. Вообще за Алисой нужен глаз да глаз, потому что она все время норовит съесть какой-нибудь камень. И здесь их достаточно, причем уже знают, что они невкусные, но какое-то время сидит, играет, потом ей это надоедает. И она думает, чтоб съесть бы. Так, вокруг же куча объектов для того, чтобы почесать десна. И начинает вот так вот два возьмет. Причем один несет ко рту, пока вы его забираете, она тут же второй на подходе, а эта рука уже нащупывает новый. И вот, в общем, бесконечно какая-то машина по поеданию камней. Поэтому, ну ладно, если большой, она просто там зубы об него чешет. Если маленький, то дело может быть серьезное. Короче, вот так вот сидим со всех сторон и просто внимательно смотрим, отбираем камни, что-то выковыриваем изо рта, держим за руки. Вот так усенький ребенок. И огромное количество задач. Огромное количество задач, да? Да. Огромное-огромное. Это
не так же в детстве. Ну что, сегодня мы опять заказали новиночки. Салат из травы, который вчера мы видели, наваленный в кучу на рынке. Выглядит это счастье вот таким вот образом. Оно подается не соленое, без масла. И надо туда выдавливать лимон, добавлять самим масло и соль по вкусу. Здесь на столе, ну, как бы все предусмотрено, по-моему, это бальзамический уксус, как всегда. И оливковое масло, соль, перец. То есть можно на ваше усмотрение все это добавить. Но на днях мы заказывали греческий традиционный запеченный картофель. И его подали просто одна картошка, разделенная на 25 частей. И жутко кислым лимонным соке. Все. И это было ужасно, мы еле ее доели. Сейчас буду пробовать, но судя по первым впечатлениям, которые я слышу, приятного аппетита. Странная вещь. Ой, когда вы ее начинаете есть, она вроде как нейтральная, а потом резко горечь откуда добавляется, причем сильная такая, прям, не знаю, как дёготь. Это считается традиционным блюдом, кто это добровольно ест, потому больше что ничего не растет. На рынке, ну конечно, прям вообще ничего не растет, прям куда ни глянь, пустота и пустыня. На рынке целые огромные столы вот с этой травой. Мне кажется, есть здесь же альтернатива гораздо более вкусная. Но раз это традиционное блюдо, значит, оно, наверное, того стоит. Может быть, к нему надо просто приноровить. У Алисы, пока мы кушали, появилась французская подружка. Да, причем она заметно старше, но прям влюбилась в Алиску. Постоянно ее за ручки трогает, там обнимает. И наконец-то нашла подружку себе, да? Играют вместе. Алиса тоже любительница потрогать волосы, все порассматривать. А еще ее фирменный жест, когда она хочет позвать, это дай-дай. Прям такая сидит, не знает, за что бы еще схватить. Ноготки, да, какие у девочки? Еще и общаться умудряются. Ой, подарила. Еще присоединился братик, девочки. В общем, я первый раз такое внимание к Алисе вижу. Явно в этой семье любят детей. Кстати, семья французская. Алиса повела подружку. Я не знаю, в какой угол и для чего. Сейчас история покажет. Посмотрите. Все приведла. Что ты хотела показать? Столбик, да? Ты. Я пыталась второй раз ее укачать, поспать. В общем, обычно это происходит гораздо позже, и она засыпает позже, сложнее, чем дома. Поэтому мы решили не ложить ее спать второй раз, если она не засыпает, допустим, позже 6 часов. Вот, потому что она тогда вообще спит до 8:30, а потом мы ее будем со скандалом. И она вся такая невыспавшаяся, на ужине там крушит столы. Вот этот вот маленький гном, он переворачивает все на своем пути. На отдыхе реально вылезают все слабые места, воспитание, режима дня, и надо заново приноравливаться. Вот то, к чему вы привыкли, здесь лавировать и не лавировать. И да, мы пришли с моря, пока Серега там купался, стирал свои плавки. Вы не поверите, но это можно делать 1.5 часа. Боже, я вручную постельное белье за месяц перестираю. Вот, и потом пошла купаться я, он гулять пошел с Алиской. И вот я их нашла. Долго ты будешь ждать? Нет, я быстро тебя нашла. По твоим шортам. Блин, меня видно вообще? Всем огромный привет. Мы сегодня по нашей маленькой одноразовой традиции идем на новый пляж, где классно купаться Алисе, потому что там мелкий песочек, я вам его показывала. Сегодня практически штиль даже здесь. Как вы слышите, почти нет ветра, это редкость, потому что в последнее время я, ну, уже думала, что мне придется вообще все переозвучивать, так как, ну, нереально что-то рассказывать в режиме текущего времени. Все шумит, и в микрофоне постоянно какая-то белиберда. И что хочу сказать по выбору отеля. Мне, я уже там выкладывала парочку влогов, во-первых, тут какой-то очень странный интернет, как я поняла, во всей Греции, так, то есть очень медленный. Дома на загрузку одного видео у меня уходит минут 15.
12-15. Здесь где-то 12-15 часов. Причем оно весит в два раза меньше, чем мое домашнее. Потому что дома я обрабатываю Full HD, и оно весит порядка 1,5 гигабайт. Здесь просто самое обычное HD, оно там весит 700 мегабайт, 700 метров, и грузится 15 часов. Это, конечно, нечто. В комментариях мне уже писали то, что надо было выбирать гостиницу подороже и дальше от дороги, типа первая линия. На самом деле, вот сколько мы в Агиосника все ходим, здесь все гостиницы отгорождены от моря дорогой. То есть самые близкие к морю, они всегда возле дороги. Либо сразу, вот вам не видно, но в общем здесь сразу подъем в гору идет просто. Буквально следующая, это уже довольно такая крутая лестница, а я выбирала так, чтобы не корячиться с коляской, потому что понятно, что мы будем ходить с Алисой или гулять, или на руках ее нести, и вот эти вот постоянные лестницы могут быть проблемы. Но, как оказалось, расположение пляжа — это еще не самое главное, потому что круче, когда как бы широкая линия пляжа, вот эти вот маленькие, вот здесь вот я сникался, почти все такие галечные, узкие. И если рядом гостиница большая, это означает высокую плотность на берегу, да, то есть все так довольно близко к друг другу, на самом деле это ощущение толкучки. И я бы, наверное, в следующий раз обратила внимание, что все-таки пляж был широкий, по возможности песочный, главное, какой-то большой. Даже для него, в принципе, не такая проблема пройтись, потому что сейчас мы уходим до нового пляжа где-то 20 минут пешком, ради того, чтобы 3 часа там побыть. То есть, в принципе, расстояние сильно бояться не надо, даже если у вас ребенок и коляска, то вполне можно пойти в удобное место. И сегодня я проснулась, переваривая вчерашнюю поездку на Санторини. Вот очень мне понравилось. Я даже бы сказала, что она меня приблизила к Греции больше, чем вот эта неделя на Крите. Обязательно продумайте, что брать с собой, потому что я знала, что у нас там, ну, в принципе, магазинчики будут, думала, перекусим. И очень реально, ну, меня лично напрягли эти бутерброды. У меня потом к вечеру вообще все колом в животе стояло. С утра я проснулась опухшая, как будто я, ну, 4 литра водки накануне выпила, а не 2 вот таких бутербродика. Лучше, ну, не знаю, взять с собой каких-то или фруктиков, что-то, в общем, такое освежающее, полезное, потому что, скорее всего, весь фастфуд, который вам там предложат, он будет ни разу не здоровый, а при этом времени для того, чтобы ходить, там что-то выбрать, вообще нету, что вот вас привозят в место, ради которого вы там заплатили 150 евро, ехали там 1,5 часа, да, ну, в нашем случае 4, и у вас есть всего час, очень жалко тратить его на поиски еды, там что-нибудь жевать. А если, допустим, с собой какой-нибудь небольшой контейнер с тем же инжиром, да, ну, в общем, что-то такое, опа-опа, накидался, витаминно, питательно, и последующие бутерброды гораздо лучше переварить.